Всем привет! Вы на канале «Современные родители». И сегодня у меня топ погружных термометров для приготовления пищи методом сувид, упакованный в герметичные пакеты. Не знаешь, как выбрать лучший термометр во всем многообразии брендов на рынке? Только лучшие из лучших моделей в моем ролике, а также в описании я оставила ссылки на всех участников топа. Ты там найдешь подробные технические характеристики и актуальные цены. Поехали! Первый герой нашего топа – Casio SV400, который отлично подходит для приготовления мяса, овощей и рыбы по технологии сувид. Также его можно использовать и для готовки на водяной бане при приготовлении йогуртов и шоколадной глазури. Молодые родители оценят возможность подогрева бутылочек с детским питанием с точностью до 0,1 градуса. Простое сенсорное управление на корпусе. Вся необходимая информация отображается на светодиодном дисплее. Встроенный таймер позволяет задать время готовки в интервале от 1 минуты до 99 часов. Высокая мощность позволяет нагревать до 20 литров воды одновременно, а значит, можно сразу готовить несколько порций различных продуктов. Крепление к стенке кастрюли или любой другой термостойкой емкости происходит за счет надежного винтового крепления. Во время готовки не упускайте во внимание уровень воды, который активно испаряется во время готовки, чтобы избежать перегрева прибора. Хочешь все знать о современных бытовых приборах? Тогда подписывайся на канал «Современные родители». А чтобы не пропустить регулярные пополнения, не забудь нажать на колокольчик. Следующий герой нашего рейтинга – Gymlux GL-SV800SQ. Расширяет кулинарные горизонты и к тому же существенно снижает трудозатраты на приготовление сложных блюд. С помощью технологии сувид можно добиться высокого и, главное, стабильного качества. Некоторые блюда, например, вареную колбасу, в домашних условиях можно приготовить только с помощью данной технологии. У данной модели можно отметить высокий уровень надежности, приятный дизайн, качественные комплектующие. Устройство продумано и удобно в использовании. Один из самых больших плюсов – термометр занимает очень мало места на кухне, и его можно убрать в маленький шкаф в любой момент. Управление им интуитивно понятно. Также стоит отметить возможность приготовления нескольких разных блюд одновременно, полное отсутствие запаха, минимум внимания в процессе готовки, удлинение сроков хранения продуктов и полуфабрикатов. Если вы хотите готовить как ресторанный шеф-повар и удивлять гостей невероятно вкусными блюдами или делать необычное из привычных ингредиентов, сувид GL-SV800SQ вам в помощь. Может ли сувид стать основным способом приготовления пищи для семьи? Делитесь своими мыслями и опытом в комментариях. Продолжает наш топ Штеба SV75. Примечательный помимо хороших характеристик своим местом производства. Завод расположен в баварском городе Бамберг, поэтому в данном случае надпись «Made in Germany» не просто надпись. Стильный корпус венчает яркий и четкий ЖК-дисплей с голубой подсветкой. Все кнопки управления физические и закрыты от воды пластиковой накладкой. Корпус соответствует стандарту защиты от воды уровня IPX7, поэтому переживать за его сохранность приготовки не стоит. Высокая мощность и производительная помпа для воды позволяет нагревать 20 литров воды до 56 градусов всего за 45 минут. Для кухни сувид это достойные показатели. Минимальная высота борта посуды для готовки всего 15 сантиметров. И вот ваша полезная еда, полная витаминов, готова! Хочешь узнать стоимость этого термометра? Загляни в описание под роликом. Там я оставила ссылки на надежные магазины с самыми выгодными ценами. Далее в нашем топе Ingbird ISV200W, относящийся к категории смарт-термометров, где управление работой можно осуществлять через Wi-Fi. Для этого в магазинах приложений на Android и яблочных девайсах доступно бесплатное приложение. Также это позволяет следить за процессом приготовления без необходимости подходить к кастрюле, чтобы посмотреть на таймер работы или состояние продукта. Здесь даже доступен семейный доступ к устройству, чтобы им могли управлять все проживающие в доме со своих смартфонов. Для безопасности предусмотрена функция аварийного отключения при падении уровня воды ниже минимального.
Помимо отключения, прибор подает звуковой сигнал и отправляет уведомление на мобильный телефон. Встроенная память позволяет запомнить настройки приготовления даже при резком отключении электропитания, после чего прибор продолжает работать с момента остановки. А узнать стоимость этого погружного термометра, а также любой модели из подборки, вы можете по ссылкам, которые я оставила в описании под видео. Следующий участник подборки – ProfiCook PC-SV1126. В корпусе из нержавеющей стали с мягкой на ощупь ручкой и встроенным зажимом обеспечивает точное и бережное приготовление, сохраняя при этом витамины, аромат и питательные вещества. Помимо функции готовки сувид, прибор может разморозить или просто подогреть пищу, а также приготовить йогурт. Встроенный таймер и высокая мощность позволяют точно рассчитать время готовки и подать к столу свежеприготовленные блюда даже на большое количество гостей. Термометр автоматически отключается при слишком низком уровне воды. Корпус из нержавеющей стали прост в эксплуатации и чистке. На очереди Raumit RMS-03 произвел на меня исключительно положительное впечатление. Это современное, стильное и мощное устройство, которое с легкостью справится с приготовлением всевозможных блюд на всю семью. Встроенные программы ускоряют процесс готовки. Нет необходимости поиска рецептов в интернете. А после привыкания к новому прибору можно без труда за один день сделать заготовки на неделю вперед. В емкость для приготовления можно одновременно поместить разные продукты, требующие разных тепловых режимов, после чего готовить их, постепенно повышая температуру и последовательно извлекая пакеты по мере готовности. А если учесть, что сам процесс приготовления практически не требует участия повара, то по факту получится, что приготовление на низких температурах экономит время в перспективе. Завершает мою подборку Штеба SV120 Professional. Разработан специально для использования на профессиональной кухне с повышенной загруженностью. Но он также отлично подходит для приготовления более меньших объемов, заметно сокращая время готовки в сравнении с домашними термостатами. Корпус полностью выполнен из нержавеющей стали, так что простота ухода за прибором не вызывает сомнений. Это самый мощный сувид в подборке, способный нагреть 30 литров воды до 56 градусов всего за 45 минут. Вся информация о работе прибора наглядно отображается на ЖК-дисплее, который удобно расположен на верхнем торце прибора. Данный сувид способен приготовить любые блюда на высшем уровне, причем в больших количествах, что оценят большие семьи. Одновременно можно готовить сразу несколько блюд. Благодаря вакуумным пакетам они не будут иметь привкуса и запаха других продуктов. На этом все. Прямые ссылки на все термостаты для готовки методом сувид из подборки вы найдете в описании под видео. Если видео вам было полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. В комментариях напишите ваше отношение к такому способу приготовления. Не забудьте нажать колокольчик. Новые ролики выходят на канале регулярно. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!